друзья, всем приветик. У нас сегодня с девчонками день девчонок. Вышли с ними в магазин. Смотрите, какая обезьяна на стене на доме нарисовали. Сейчас зайдем сюда в магазин игрушек. Они себе что-нибудь выберут. Сегодня им можно выбрать какую-нибудь игрушку. Ой, сколько игрушек, да? И вот такие всякие мягкие. Ну, какие цветные игрушки, да? Разноцветные. А какой у тебя цвет? А какой это цвет? Правильно. Смотрите, какие прикольные. А кто с ней будет играть? Ты? О, какие. Лиза, смотри, где она? Тебе нравятся такие? Вон, смотри, всякие разные. 20 евро одна стоит. И вот такие тоже классные. Эти, наверное, чуть-чуть подороже. Ну, Лиза, эти по 30 евро. Но Лиза сказала, я такие не хочу куклы. Она любит вот мягкие игрушки. Такие большие плюшевые игрушки. Мама! У нас сегодня поход по магазинам с игрушками. Это уже другой магазин. Выбирают. Смотри, Лиза. Щенячий патруль. Какой-то сюрприз. Теперь мы сидим в H&M. Юля тут штаны мерит. И как раз у них 20% скидка. Если на 45 евро закупишься. Короче, с 45 евро 20%. Ой, эти что-то короткие сильно, Юля. Штаны мерят. Не, они короткие. Ну, вот такой цвет, Юля, куда их летом только носить? А сейчас куда? Надо больше размера, они все короткие. Мы уже вернулись домой, что-то я немного подустала по магазинам ходить. Купили, зашли еще в H&M, но я вам показывала, Юля там себе джинсы мерила. И Юля там себе игрушку взяла, подарок купили. Юля в воскресенье приглашена на дни рождения к двум девочкам. Вот купили один подарок, завтра еще надо будет в Росмане взять сертификат. Купила она себе тут Playmobil. Такого, говорит, у нее еще нету. И взяли, смотрите, какие-то такие формочки для маффинов. Зайчики такие. Это мы в каком магазине? Вольвар, да? Там взяли. Две упаковки, 6 штучек. Одна упаковка 2 евро стоила. А Лиза себе носки. Носки прихватила. Щенячий патруль. Это надо обрезать, Лиза. Сейчас мама все обрежет. Ну покажи, что ты купила. Это Юля сама себе выбирала. Она уже все. Я говорю, там такие красивые блузки висят. Возьми блузку. Нет, хочу такую. Вот взяла себе такую. Что ты еще взяла? Футболку ты взяла себе одну. Такую футболку взяла. А ты что себе купила? Покажи, что купила. Купила себе такие балеринки и платье. Платье такое простое. Ну, и Лиза говорит, что подходит. Здесь единорог и здесь единорог. Ну, и двое джинс взяли для Юли. Расклешенные, такие широкие. Ну, они хорошо прям сели на ней. Вот такие вот. Она захотела с карманами по бокам. И одни попроще. Там цепочка какая-то сбоку. Ну, простые джинсы. А майку взяла. Вот такие три простые футболки белые. Ну и джинсы. Это нужно ему еще померить. Одни вот тоже с карманами сбоку. И одни бэгги джинсы они называются. Широкие. Он давно меня просил. Говорит, мама, хочу такие джинсы. Ну вот как раз нашла такие ему. Простые, голубые, он такое любит, простое. И вот такую кофту мне цвет понравился тоже. Это кофта с джинсами. Будет хорошо смотреться с белой футболкой. Придет, померит, если подойдет, нужно все в стирку отправить. Вот, все, такая закупочка была у нас. Друзья, всем доброе утро. Смотрите, какое у нас солнышко сегодня. Передают, что будет целый день солнца. Вот, аж прям так радостно на душе, когда солнышко светит. Мы тут приготовили стол. Сейчас будем завтракать. Андрей поехал с Лизой. Булочки купят и будем садиться уже завтракать. Я еще даже не накрашенная. В душ сходила. Ну, сейчас позавтракаем, потом пойду. Схожу, накрашусь и буду дела делать по дому. Там вещи тоже накопились.
Нужно кое-что закинуть, постирать, кое-что сложить, убрать, высохли вещи. Ну и так, по мелочам прибраться, кровати заправить, еще тоже ничего не делала. Если будет время, то хотела съездить в цветочный магазин, мне нужно весенние цветы уже купить. Хотела перед дверью, перед входной дверью, те там кашпо засадить цветочками, хотя бы спереди уже начать что-то делать. Ну, посмотрим, как время останется сегодня, потому что вечером нас пригласили, мы уедем, и поэтому, не знаю, успею я, не успею. Приехали. Мы сидим тут с Юлей, их уже ждем. На велике ездили. Доброе утречко, друзья, всем. Я тут сейчас вышла накормить свое хозяйство и поеду в магазин. Хотела съездить в Лидл, и мне надо в цветочный магазин прикупить каких-нибудь цветочков. Сегодня у нас дождь передавали, но вроде бы ничего, погода нормальная. Уже пищат. Сейчас я их накормлю, чтобы они уже накормлены были. Ой-ой-ой, кричат тут. Знаете, бегите вниз. Ну все, можно ехать. Я уже закупилась, зашла в Лидл. Вообще хотела только мясо купить. Надо пельмени сделать. Купила вот фарш, две пачки. Потом взяла вот такую грудку. От индюшинная грудка это. Дальше курица. И здесь, как обычно, овощи, фрукты, салаты, сыр. Колбаску взяла такую копченую. Хочу суп сварить с этой, с кальраби. Вот. Тут батончики взяла детям. Дальше петрушка, йогурт и масло. Масло было по акции, взяла сразу две пачки. И такое взяла масло сливочное, чтобы топить. Потом йогурт, сыр для салата, сливки, булочки. Картошку взяла, тоже завтра приготовить. Клубнику две пачки, творог две пачки взяла. Сыр для бутербродов. Затем взяла вот такие две пачки рыбы, кальраби, огурцы, паприка, помидоры и посыпку вот такую для торта взяла. Дальше у меня здесь хлеб, бананы, брокколи, взяла вот такие овощи замороженные азиатские и маффины. Взяла две пачки, все. Почти на 100 евро закупилась. Все, еду дальше. Вообще в Лидле хотела только мясо купить, но как обычно, как зайдешь в магазин и выйдешь с полной коляской. В Лидле я очень редко бываю. У нас в деревне только Альди и Идика, Нетто, вот такие вот К плюс К. Но в Лидл надо всегда ехать, и поэтому думаю, ладно, закуплюсь сразу здесь. Вот, сейчас еду в цветочный, посмотрю, что там в цветочном есть. Цветочки уже охота посадить. Сейчас проезжала, там дерево такое огромное, магнолия уже распускается, скоро будет красота везде. Жалко, конечно, только что магнолия очень, ну, недолго цветет, и от нее потом столько мусора, а так вообще красивое. Красивое дерево, красивые цветы. У меня что-то в последнее время мой глаз правый начал, я не пойму, или хуже видеть, или что-то там с ним не так, не знаю. Сделала себе уже запись к врачу на 19 апреля, пойду, чтобы проверили, потому что иногда у меня такое ощущение, что вот как будто какая-то вот, я не знаю, как сказать, расплывчатое пятно перед глазом, но потом поморгаешь, вроде бы нормально. И вот так время от времени появляется. Не знаю, что это такое, или я себе уже это накручиваю, или правда что-то. Ну, в общем, схожу, проверю. Иногда мне это вообще очень сильно мешает. Сколько здесь красоты. Смотрите, какие уши. Интересно. Тюльпаны очень красивые, но дорогие. Как будто настоящие. Три штуки, 11,99. Красивые всякие цветы здесь. Зайцы. Везде зайцы. И везде зайцы теперь.
Я тут хожу, смотрю. Мне надо кое-что купить для горшков, которые стоят у нас перед входной дверью. И вот не знаю. Хожу, ищу. Или цветочки посадить, или какое-нибудь зеленое растение посадить. Думаю еще вот. Короче, выбора много. А что купить, не знаю. Оливковое дерево тоже мне нравится. Но его надо, за ним ухаживать надо. Зимой надо, чтобы оно не замерзло. Так классно. В огород куда-нибудь. В этом магазине только 3 цветочки купила. Сейчас все в другой съезжу, посмотрю, что там есть. В другом магазине купила вот эти цветочки. Вот эти розовые я хотела в горшки перед дверью. А вот эти на террасу. Тут 3 разных цветка, стоил 6,99. Вот эти цветы, 3 штуки, если берешь, стоит 11 евро. Если один берешь, 3,99. И вот эти 3 штуки стоили 5 евро. Я уже вернулась домой, надо еще сейчас закупку всю разложить по местам. Мне тут пришла посылка, я заказала рыбий жир. На Амазоне заказала, там были хорошие отзывы. И тут хороший состав. Витамины присутствуют, витамин D, А и Е. И омега-3 тут на 5 мл, 1110 мг. Вот. И он пахнет лимоном. Я думаю, многие из вас знают, как пахнет рыбий жир и какой у него привкус. Поэтому я хотела детям давать. Я думаю, что... Надеюсь, что они будут его тоже пить. Вот. Ну и здесь стоит, что нужно использовать в течение 3 месяцев, после когда бутылку открыл. 500 мл я заказала. Сколько стоило, не помню. Если интересно, могу ссылочку оставить. Ну там... Неплохие были отзывы, там еще, по-моему, еще какой-то вкус был. Я взяла с лимоном, а там еще какой-то был, сейчас точно не знаю. Вот, будем пробовать, короче, этот рыбий жир. Пахнет прям лимоном, классно. Так, сейчас собралась здесь мыть ягоды и сразу отвечу по поводу этого друшлака. Я его покупала на сайте Чибо. Кто-то спрашивал меня, поэтому отвечаю. Еще хотела ответить про силиконовый коврик. Тоже многие в последнее время спрашивали меня про него. Коврик у меня вот от этой фирмы, покажу вам. Очень хороший, тоже спрашивали, скользит, не скользит. Нет, он не скользит на поверхности, лежит очень хорошо, очень приятный такой, моется хорошо и работать на нем тоже хорошо. Я его покупала на eBay Kleinanzeigen, но он был новый за, по-моему, за 30 евро. Сейчас не буду вам брать, но около 30 евро или за 28-30, вот так, по-моему. Ну, они так и стоят. Если покупать у Бератора, кто с этим работает, то они, по-моему, стоят 39,90 коврики эти. А вот на eBay Kleinanzeigen можно немножко дешевле найти их. Намыла им ягод, пусть едят. А то если в холодильник поставишь, они потом их не видят, не берут. Так что надо сразу мыть и на стол ставить. Майк в последнее время что-то бананы стал есть, а то плохо ел бананы. Сейчас смотрю, ест бананы. Вот. Пусть едят дети. Я сейчас хочу замесить тесто на пельмени, пока фарш свежий, я его не хочу замораживать. Надо налепить пельмени. Итак, муку надо буду вымешивать в термомиксе. Тесто на пельмени делаю. Мука, яйцо, соль, масло немножко растительное и вода холодная. 600 грамм. Я 2 раза буду, наверное, двойную порцию сделаю тесто, но сразу не буду вымешивать 2 порции в термомиксе, потому что он не всегда справляется. Яйцо добавила, пол чайной ложечки соли, 2 столовые ложки масла растительного. Сейчас добавлю. И холодной воды, грамм 300. Так, все, пока пусть вымешивается. Одна порция у меня готова. Я сейчас это все переложу в чашку, накрою потом пленкой. Пусть полежит часок мое тесто, а потом сейчас детей заберу, пообедаем, и потом начну делать уже пельмени. Так, мы приступаем пельмени делать. Андрей работает, будем делать сами, а то обычно он раскатывает. Помощники вон сидят, будут помогать. Кто будет помогать? И. Ты? А что ты будешь делать? Катайк. Тесто тебе надо? Тесто мама будет катать? Я думала, ты будешь мясо закладывать. Лиза, ну я тебе чуть-чуть дам, ладно? Чуть-чуть. И муки чуть-чуть тебе. I've been working on
Ну, сейчас закрывать же буду крышечкой. Мне же крышка еще нужна. Пельмени. Ну, молодец. Плохо мукой присыпала первую партию, все у меня прилипло. Все, пельмени мы налепили, мясо у меня было 1,6 кг, и тесто я делала двойную порцию на 1,2 кг муки. Ну и вот все, мясо у меня все ушло, тесто осталось совсем чуть-чуть, но это уже остатки, их можно выбросить. Все, все сделали, быстро управились, правда тут, конечно, на столе и под столом везде, там Лиза набросала муку, зато они мне хоть помогли, Лиза помогала хорошо, Майк мне мясо порционно так делал, шарики, так быстрее. Если бы я одна делала, конечно бы все равно чуть дольше длилось бы. Все, сейчас уберу, и мы выйдем на улицу. Я хочу стол задекорировать, ну, немного поставить зайца, которого купила, до сих пор он у меня так и стоит в картоне, в коробке, и цветочки посадить в горшки, которые стоят перед входной дверью. Ты качаешься, Лиза? А? Качаешься. Так, вот это бы мне... Молодец, как бы мне это тут вытащить? Провалился туда. Вышли мы уже на улицу. Сейчас посажу вот в эти горшки цветочки. Внутренний вот этот вот горшок провалился туда. Теперь не знаю, как его вытащить. Чё? Лиза говорит, бассейн, когда поставим? Лиза... Холодно, смотри, как еще. О, как же мне его теперь вытащить? Я не знаю, как так получилось, как он у меня туда провалился. Когда уже солнышко вылезет и будет светить каждый день солнце, все зеленое, вон, все камни, все позеленело за зиму. Вот эти вот растения, я не знаю, я, наверное, их оставлю. Я думаю, что они начнут скоро зеленеть. Я их так и оставлю. Выкапывать не буду. Это надо вдвоем делать, одна я не смогу, наверное, вытащить. Он у нас падал от ветра, и как-то так получилось, что провалился туда вовнутрь. А теперь не могу вытащить. Все сюда можешь нести. Все неси цветочки. У меня есть еще вот такие шары, они раньше и стояли вот в этих горшках.
Но когда ветер дует, они постоянно улетают. Хотя Андрей уже здесь мне такое кольцо присварил. Мы привязывали веревкой. В общем, толку нету, веревка отрывается. И они постоянно куда-то улетают, эти шары. Я думаю, может, в огороде их куда-нибудь положить, у забора где-нибудь. Ой, пока оставлю. Ой, молодец, помощница. Помощница ты, да? Умничка. Что? Нет, туда мама. Мама цветочки посадит сейчас. Давай цветочки все сюда принесем. Ну давай носи тогда. Еще лучше. Мне не надо бегать. А, пахнет, да? Вкусно, ты нюхала? Да. Вкусно пахнет. Ой, тут все в корнях вон. Ну. А этот горшок тоже еще наполовину сломан. Потому что тут все в корнях, как мне цветы-то сажать? Они же даже расти не будут. Все заросло корнями. Мама тут пленку ложила, потому что этот у меня сломан. Вытащила я все цветы отсюда, сейчас ее помою, потому что она не глубокая такая, эта ваза. Я ее помою, положу сюда венок и, наверное, в горшке так поставлю нарциссы прям посередине. Подожди, я сначала вот здесь сделаю, а потом, которые останутся, мы туда посадим. Тут вообще была гортензия, но она испортилась, да? Это можно вытащить, это можно оставить. Вот этот один надо вообще убрать отсюда, наверное. Сейчас мы вытащим, посмотрим. Подожди, Юль, я это помою сначала. Так, стол тоже бы не мешало помыть, но я сейчас пока его мыть не буду, еще рано, потом помою. Заяц такой мне нравится, он прям такой большой. Сейчас я тут подмету стол. Белку я больше не видела, что пропала белка, не приходит больше. Но мы больше и не ставим орехи, а то она нам тут столько мусора делала. Еще лампочки, наверное, сейчас тоже повешу и сразу. Все уже висят. Все, я управилась, только сейчас этот беспорядок здесь уберу. Достала еще гортензию, она стояла у нас в пристройке всю зиму. Сейчас ее туда, наверное, поставлю, пусть пока стоит, а потом, когда уже сильное солнце будет, она все равно тут на террасе у нас не сможет стоять, она сгорит, потому что здесь целый день солнце пекет. Хотела еще вот эти кусты тут как-то вырвать, но их невозможно тут. Надо полностью горшок разрезать, чтобы что-то можно было здесь вытащить. Но сейчас пока оставлю так, потому что тут уже капец просто. Там одни корни, и так просто уже ничего не вытащить.
Вон, видите, что творится. Я хотела немножко проредить, но толку нету. Наверное, полностью выбросить надо, потому что они уже так давно там, смотрите, ну, выглядят уже не очень. Тут уже их столько, этих отростков разрослось. Короче, пока оставлю, а то сейчас у нас уже стемнеет. Сейчас это пока все разберу, тут уберу, выброшу, наведу порядок. И надо в дом уже заходить. Там, наверное, уже пельмени заморозились, по пакетам убрать их. Ну, вот такой вот у нас стол получился. Лампочки я так еще и не прицепила. Ладно, оставлю на следующий раз. Тоже цветочек посадила. Я надеюсь, что вот эти скоро начнут зеленеть. Все, занесла я пельмени. Сейчас их уберу. Они уже слегка подмерзли. Теперь у нас на пару месяцев есть пельмени. Руки чистые у тебя? Иди мой. И потом можешь тоже помогать. Брали по пакетам, вот таких два больших пакета на 3 литра получилось пельменей. Иду наверх, у меня здесь еще стоят вещи, я стирала футбольную форму от Юлиной команды, сейчас нужно все собрать, уже все высохло. И немножко глажки тоже есть, сегодня еще постирала постельное, но оно еще мокрое. Так, ну тут кое-что нужно погладить, это я буду уже делать за кадром. Я тут глажу. Майк читает, смотрите, Ализа слушает. Улеглась ему на плечо и слушает, как он читает. И, кстати, еще хотела вас поблагодарить, кто откликнулся насчет утюга. Я себе модели записала, теперь хочу выбрать из этих моделей и купить себе один. И вот только не знаю, наверное, еще придется мне гладильную доску новую купить, потому что я не уверена, что сам утюг войдет вот на мою подставку. Ну, куда ставить утюг, потому что она у меня не очень большая. Ну, посмотрю еще. Сначала надо определиться, какой утюг. Спасибо вам огромное за советы. На сегодня я уже закончу свое видео. Сейчас уберу вещи и поглажу. Там у меня немного, как я уже сказала. И все на этом. На сегодня хватит. Достаточно поработали. Друзья, ну, мы с вами тогда увидимся уже в следующем видео. И всем пока. Так, ну что, сейчас посмотрим. Юля что-то прям в проходе уселась. А тут что за пятно? Нормально. Что-то там у нас вон валяется на траве. Пленка какая-то или что? Блин, чуть не упала. Ну, открывайся. Ты руки помыл, Майк? Иди руки мой. С мылом. Лиза, камера работает, сейчас перевернешь. А что? Что ты можешь сказать? Ну-ка еще раз. Розовая. Розовая лейка. Цветочки. Нарциссы. Нарциссы они называются. Нарциссы. Молодец. Ага. Вещи стоят, я стирала. Из тех выберу себе один какой-нибудь из. В общем, спасибо вам огромное. Так, вот. И да, вот, все. Так, ну, все.